Так, итак, дорогие друзья, сегодня 10-й день моего путешествия. И мы в Сантьяго. Мы вошли сейчас в город. Вот там мои идут два бразильских мачо друга. Это идет мой испанский друг мачо. Сегодня с утра вышли, из Тео был дождик. Сейчас уже закончился, слава богу, что хоть по-сухому входим без этого. Итак, утро, сейчас где-то 10:30 по Испании, и мы пришли в Сантьяго. 10-й день пешком, без всякого транспорта. Не знала, конечно, как это. Для меня это оказалось сложным. Сложным в плане однообразия, в плане какой-то гонки. Я думала, что это будет чуть по-другому, но это просто оказалась какая-то гонка. Надо вставать и идти, надо вставать и идти. Народ сегодня там 5:30, он уже встает. У нас осталось 12 километров до Сантьяго сегодня из Тео, от Альберги в Тео. 5:30, что вставать 5:30, объясните мне. Ну, вставать и идти. Поэтому вот эта у меня гонка чуть-чуть притомила и притомила однообразие. То есть идешь, 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 идешь. Я уже не говорю о стертых ногах и так далее. Итак, входим в Сантьяго. Ну, сниму потом еще, когда до собора дойдем.